И первым делом мы с вами делаем подложку, на которой орхидея наша будет находиться. Раз. Два. Подложечку сделали. Теперь сделаем внутренние листики. Отсадили сначала небольшой такой крючок. Здесь отсадили два таких крючка. Пометочки такие себе поставили. Толстым краем уходим на крем и погнали делать листик. То есть у меня тут немножко не получился. Ничего страшного, склеиваем. Здесь два листика. Раз. Два. Вот так у нас сейчас пока что все это дело смотрится. Берем опять нашу большую насадку. И теперь нам нужно отсадить два больших листка. Погнали с центра. Раз. Сейчас смотрится вот так. Вот она у нас, нижняя часть будет. И теперь еще раз. Второй листик. Теперь достаем наш сухой краситель с распылителем. Цвет у меня здесь розовенький. И припыляем нашу серединку. Припылили. Следующую. И делаем внутренние вот эти вот. Вот так. И наши маленькие. Три таких зелененьких.